Всем привет! На ремонте газелька, нету света. Видим, что приборка светится, а света и габаритов у нас нету. Ни на одной, ни на второй фаре. Сейчас берем контрольку и проверяем питание на предохранителях. В нижнем ряду сейчас ищем предохранители. Возможно, вижу, уже один есть сгоревший. Вот. Сейчас проверим питание. Есть. Тут есть. Тут есть. Тут есть. Тут нема. Теперь есть. 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 Так, вот этот я пошевелил. Пойдем посмотрим. Так, видим, один габарит у нас уже появился, второго нету. Второй, скорее всего, вот этот вот сгоревший предохранитель нужно поменять. Давайте сейчас возьмем любой другой предохранитель. И ставим его. Вот. Все, вставили предохранитель. Появился свет. Получается, у нас еще тут фара завязана на один предохранитель. Надо их разделить, чтобы на каждую фару был отдельный предохранитель. Ну и еще надо будет сейчас выяснить габарит с правой стороны, почему. Сейчас снимут эту колодку и глянем. Вот, снял я блок этот предохранителей, и мы видим, вот, что ближний свет подключен на один предохранитель, две фары. Сейчас вот этот проводок снимаю и перекидываю вот сюда. Все, перекинул проводок. Вот у нас теперь ближний свет на отдельных предохранителях. Сейчас проверим, оба ли габарита работают. Возможно, в той фаре лампочка просто сгорела. Тут есть габарит, здесь есть. Ну и теперь ближний свет включаем и смотрим. Ближний свет у нас тоже есть. Вот такой вот несложный ремонт. По-хорошему, вот эти колодки нужно поменять на колодки нового образца. Вот эти предохранители постоянно отходят. Это ихняя болячка. Кому данный видеоролик был полезен, либо уже просто интересен, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Всем пока!